Всем привет, ребята, с вами Вафантрак. Сегодня мы будем играть в долгожданный Бравл Старс. Да, ребята, я извиняюсь, что видео по попгу не вышло в субботу или воскресенье. Просто я записывала видео, и оно у меня просто не записалось. Да, вот, ребята, я прокачал этого... Ух ты, Леон Салли. Блин, ну прикольно, прикольно, прикольно. И, короче, у меня просто не записалось видео. У меня еще несколько раз обрывалось, поэтому видео выйдет, наверное, все-таки уже в следующие выходные. Ну, давайте открываем бесплатный маленький ящик. Надеюсь, чтобы нам что-то оттуда выпало. Блин, не садится ничего, ну ладно. Блин, жалко, нам еще не хватает на гаджет. О, давайте на таре. И этот, одиночный, потому что у нас там этот, что ли, столкновение. А, это, одиночное. Ну, я уже не помню. Так, что стоим-то? Да, ребята, мы очень давно на таре не играли. Последнее видео набрало 20 чем-то просмотров. 26 там. Да классно прям. Потому что мы его тоже по 20 набирали. Ну ты у меня на таких куклах тара была. На 30 сотни. А, не на 3 сотни. До свидания. Сейчас моя эпоха будет. До свидания. Ой, сейчас убьет. А, нет. Нет, там еще нет, что ли, блин? Оу! Нет, я не пойду! Отвали! Ух, не пьет! Мне повезло, только что... А, вот это! А, вот это! Там кто-то был. Нет, там никого нет. Я сейчас так испугался. Ну, видимо, квест мы прошли. А может, и не прошли. Отвали. Не свалил. Ну вот так вот. Это, блин. Где-то... Он там сидит. Здорово. Так, это они там. До свиданечка, розочка. Так, блин. Где он? Понятно, но мы видео и такого смайлика ставим. Да, здесь нормально. О, 19 ранг. А у нас что там? Так у меня же был этот. Там вроде бы... Или какого у нас? А, парное столкновение, ну ладно. Ну как, ну блин, вот, и вот как обычно, нам не сурочки достаются. Либо Шерри, либо плохо, как нам. Ну вообще, офигенненько будет. Ребята, кому понравилось видео это, с моим другом и наши карты, эти, так что ставьте лайк на то видео. Бул, ты думаешь, я тебя оставлю, да? Как будто мы просто так уйдем и как тебя не заметим. Да. На. А, у нас там это что? Ладно, его там не видно. Так, ну что? Ааа, валим! А, ну это не понял. Ну, я его и так назову. Валим! Ааа, я испугался! Блин, он не лутает, нормально. Покатись к нему. Блин, он, походу, не выжил. Ну блин, нет, а нет арм! Нет, нет, нет! Умер! Ну ладно, ну это было очевидно, то что мы не выжили. Так, ладно, квест мы все равно выполняем. Так давай без меня, я тебе не предлагаю еще раз играть, я хочу квест туда пройти. Спасибо. Ладно.
Там Фрэнк бегает. Ну вот я же говорю, нам какие-нибудь слабаки тут даются. Я уже такое, ну вот это поставлю. Ты-то чё? Тебе не нравится, что у тебя команда старая? Иди нахуй, я не буду тебя кинуть. Я сейчас полюбасу на нас! А, нет. Чёрт, не на нас. Вот так и страшно становится, когда, блин, на тебя... Ау! Когда, блин, на тебя... Когда попадает тебе ульта Фрэнка. Это же хрен как страшно. Повезло, пацан. Ай. Отвали, 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 отвали. Кто там? Джеки Чан, отстань. Иди нахрен. Ну, это сколько. Подвалится. Ага. Как будто я попаду. Так, ну, не прошли. Сейчас по-любому минус 5. А, ну хотя бы минус 4. Ладно, выйдем. Классно. Очень много. Ладно. Так, не продолжай. О, надо вот тем ящиком побыстрее. Вот опять, вот кольт. Вот, блин. Да, вот этот урод. Или бы там по-матершински было написано, как вот сама касса тогда случилась. Так, это его друг, что ли? Ксюша припёр. Да, стоит и смотрит. Интересно, в каких-нибудь обновлениях добавил, чтобы хотя бы спайк говорил, ну хотя бы звуки листвы. Только что я умер. И только что я наложил штаны. Помимо. Ну такое. И по-любому Брок пошел их брать. Брок. Бролова. Бролова. И пушка Брак. А мне жепа. А нет, мне не жепа. Дай. Ах ты. Ну как хочешь. Ну вот нафига ты на него был. А, ну, ну блин, что там выжил? Вот подлава, блин. Ай-яй-яй! Блин, я все равно подох. Да вот зачем ты на него? А, ну, так вот ему повезло. А теперь ему не повезло. Ну, бывает. Ладно, ну, вот мне он не последний. Сейчас мы его выполним, и нам дадут ящик. Собака у меня тут лежит. Собака. Ладно. Это кто? Спраут? Блин, надо было тоже Спраута брать. Так, зачем? Вопрос, зачем, если у меня квест на Тайра? Да блин, отвали. Там всего один был, серьезно? Попался. Вот же нам жопа. А нет, что он там где? Ну, один минус, здорово. Повелся, да? До свидания, короче. Ты мне не интересен. Ну, да, 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 так легко будет. Йо-хо! Теперь тут только моли пощады. Очень легко будет. Очень легко будет, подумал он. Блин, ультуй. Ультуй. Нет, у него нет ульты. Ну блин, была бы сейчас у тебя ульта, то он бы не подох. Ну мы выиграли. Ура! 16? Ну да, нам дают ящик. И чё нам выпадет? Давайте, ребята, болеем, чтобы нам хотя бы выпал какой-нибудь гаджет. Так, 3, это уже что-то значит. Это нифига ничего не значит. Блин, у меня что-то в магазине продавался волк Леон. Сейчас у меня вот этот продается. Прикольно, прикольно, прикольно. Кстати, кто заметил, что у этих гемок повысилась цена? Зачем? Как будто у нас в городе больше стало этих. Не, как будто у нас в мире стало больше миллионеров. Так, а теперь давайте в брову. Так, вот классно то, что уже через 21 час будет вот эта штука. Карты.
Так, кого бы нам взять? Давайте дерево. Ну, он меня не раз спасал в этих, в Брауболе. Ну, то есть он меня уже как-то спасал. Так, ну, о, надо было тоже Леона брать, два Леона. Да, блин, я думал, закину. Давай! Не выкололся на ФК. Да, это как-то странновато, то, что нам шельки не забил. Это странновато, что вот этот значок, когда мы это умираем, он прям вот хорошо, отчетливо светится. Что там, прям сейчас все будет? Свидание. И мне интересен. Ну, ну да, я сгнала, они не раз писали. Ну, это хорошо, что нам еще ни разочку не забили. А мы походу такой. Да блин, если бы я сейчас не умер, то я бы пошел забил. Ну давай. А, ну она умерла. Да, она же умерла. Да, прикольно, что здесь это, на афише вон, Макс. Что тебе надо? Ну, ты подох, что ты? Что ты, ты подох? Ну, или нет. Шипот. Чайна, чайна, чайна. Иди нахрен, давай. Ну, забивай! Ой, тупой. Это ж надо вот настолько... Вот зачем ты ждал? Вот из-за тебя не забили. Из-за этого Леона. Вот из-за него не забили. Да, ты это забомбил уже. Иди отсюда. Да так же сейчас забью. Отвали! Я думаю, подохну. Да, вот этот голос у меня, конечно, по кайфу. Всем нравится. Не отвалили. Встань. Отстань от меня! Я просто так ему потратила. Чтобы просто куда-то опять в сторону кинуть. У меня тут файл с Никой произошел. Так, тихо. Декарди, помоги! Я хотя бы не убила. Но мы выиграем. Опять. Блин, я один возрождаю. Павла Павлков. Ну, мы выиграли. А мяч катится. Классно. Я же говорю, он меня один раз подводит. Это прикольно. Так, кого мы еще взять? Так, а с кем мы играли? Я что-то уже... А, с Леоном. И кем еще? С Була. Давайте Була выберем. Он тоже хорош. Так, давай. О, Мортис, ну, блин, Мортис, а почему мы в команде опять будут? Вот кого я беру, у всех, блин, постоянно, вот тот же противник у той команды. Я хоть что-то снес, а не сюда, я не снесу. Встань. Я ношу тебя сюда. Давай! Ну постой! Ой-ой-ой! Это что такое? Это что такое? Ребят! Это что? У нас все невидимые. Это у всех такое? Или только у меня? Это что такое? Это что? Мы забили. Это что такое было? Это что такое? Извините мне. Я вас хочу спросить. Я умер. Нет, я не умер. Я умер. Это что такое? Это такой баг? Слушайте, у кого такое было? Ну, несмотря ни на что выиграли. Блин, я сломал. Отсюда. Это, наверное, только один я вижу.
обыграл меня, если честно. Больно. Вот с мячом, что ли? Ладно, на всякий случай. Ладно, наверное, все-таки с мячом. Это что такое? Я хочу поинтересоваться. Я умер. Да блин. Я умер. У кого мяч? У него мяч. Прикольно. И как мы так будем в дополнительном времени играть? У тебя так не будет. Да! Мы забили. Нифига себе. Да что? Ребята, мне походу все... Ну-ка. Так, давайте-ка перезайдем. Так. Ребята, если у меня опять та камера, это, извините. Вот которая, вот эта фигня. Я не поняла, это что такое? Что это было? Вот что это? Это что? Можете переустановить его, а? Это что? Ладно, давайте просто сыграем в бой, может все исправить. Давайте проверим. Либо мне придется телефон перезагружать. Ну давайте последний раз доиграем как-нибудь вот с этим. И будем уже прощаться. Я буду перенастраивать свой телефон. Вот, опять это. У нас команде спайк. Хотя я его не вижу. Это вот так вот истинно все начинается? Ну я сдох. Это как вот мне с этим играть? Если не поможет это переустановка, то я не знаю, что делать. Я просто вот в этом фигне не знаю, что делать. Отвали. Это бомжары это. Отвали! Прикопался, блин, ко мне. Я, конечно, не знаю, что это такое. Но если перезайти не удалось, то я уже не знаю, что это. Так, у нас там мяч. Я даже мяча не вижу, какого хрена? Нам забили, зипы. Это что за фигня-то такая, блин? Я не понимаю. Понятно. За ним вот этот чмо набежит. Блин! Ну ты отвалишь! Пожалуйста, отвали! Меня не отвалили. Это прискорбно. Нам забили опять. Ну, проиграли. Это что? Это что за фигня? Что с ним? Ладно, ребята, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Вафантрагер. Всем пока-пока.